Добрый день, свидетели секты Внимуа. Про Внимуа кина все меньше и меньше, про Тойоту, а все больше про всякую фигню, про покатухи. Короче, сегодня про отопление беседа у нас будет. Вон один блок кондиционера 24, вот второй блок кондиционера. Получается, этот включается по таймеру. И купил вот такой вот мешочек для мойки внутренних блоков. Вот тот блок помыл. Этот блок не стал. Короче, включаю их в дневное время с 8 до 8. Получается где-то 30 киловатт в день, вот в декабре. Но температура где-то около нуля, что ночью, что днем. И для того, чтобы понять эффективность работы кондиционера до мойки и после мойки, купил такую штуку, называется, блин, что так плохо фокусируется, анемометр. Короче, она измеряет скорость ветра. Вот, вешу, поднимаю ее. Блин, вообще не отражается эта штука. Так, вот он пошел дуть. То есть стою вот. Единственное, что, конечно, точность измерения может отличаться, потому что этот блок висит выше, тот висит ниже, что он нам показывает. Максимальная скорость. Что совсем плохо тут. Показывал 1,9, вот 1,1, 24 градуса тепла, и он включился второй. Чего ж так плохо стало дуть? Надо под поток воздуха как-то точнее попадать. Что слабо. Сейчас поменяю руку. четыре. Перед этим он показал 1,9 метра в секунду. Может, не под тем углом как-то держу. Сейчас 1,2. Может, уменьшилась скорость. Короче, получается, что надо тогда поставить их оба просто на максимальную скорость. Так, а этот 1,5. Температура 24,4. Сейчас, наверное, нажму паузу. Вообще странно, тут тоже 1,9, но тут сейчас жму паузу. Так, итак, продолжаем. То есть вот этот вот сейчас у нас включен на максимальную скорость вентилятора. И получается 1,9. Это тот, который не мытый. 25,6. А этот, блин, как стать, так что он. Так. Где тут этот, блин, поток? Вообще что-то не дует по сравнению. Куда ты дуешь? Поток его поймать. Вот поймал.
Как-то даже по самому вентилятору. Температуре вроде больше вынул. А по этому, по скорости потока, что вообще какую-то фигню. Ну, сейчас я еще раз положу. Короче, получается, что мытый дует хуже, чем немытый. Где-то 8 максимум. Это при том, то так держал камеру, то так. Знаю, что она снимает. Короче, надо мерить, наверное. Вот 1,8 у этого максимально получается. А тут вроде 1,9 дает, и температура 26,5. Где этот? Этим прям теплее стоять. О, этот 2,0 дал. 2,1, 26,9. Получается, нефиг мыть. Думал, сейчас померяю. Ну, короче, суть размышлений была какова. Блин, я даже не знаю, проворачивать камеру. Или не проворачивать. Короче, что, допустим, если помытый будет там хотя бы процентов на 10 больше давать тепла, то по вот этому анемометру, где он тут, вот он, можно будет определять там замедление этого потока и каким-то образом перемывать это все. Ну, то есть очень сильно зависит то, как дает тепло, даже от того, что забиты просто сеточки фильтра. А было забито еще и этот... сами соты на кондиционере. Но вот факир был пьян, фокус не удался. Короче, тот, который висит выше и немытый, и ну, более новый, то он дует эффективнее, чем старый, который висит ниже и помытый. Вот и догадывайся после этого. Короче, выводы делайте сами. Ну, в общем, с помощью вот этого анемометра можно все-таки измерить поток, потому что, ну, вот от нескольких людей уже слышал, что типа плохо греет, там вообще не греет. Я обычно смотрю по флагам. То есть, вот если флаги шевелятся, значит, более или менее эти сетки, фильтра чистые. Если флаги шевелиться перестают, это при том, что сейчас не размешивает воздух. То есть, когда размешивает воздух, оно ходит вверх-вниз. И более заметно, что не шевелится. Ну, а так, то в помещении, в этом боксе сейчас 19,7. В том, в котором вообще нет кондиционера, где стоит у него 15,9. Вот еще один градусник стоит. 19,1. И влажность 46%. То есть, в общем-то, тепленько. Я, получается, работаю в футболочке и в одних штанишках. Ну, правда, одеваю ботинки на зиму, потому что холодный пол. От пола становится холодно. Ну и по кондиционеру, получается, вот сейчас в марте будет 3 года, как я здесь нахожусь. Вот сгорело. Блин, вообще ничего не хочет сфокусироваться. 19 тысяч 22 киловатта. Летом вообще за весь летний сезон 2000 киловатт сгорает. За зиму где-то 6 тысяч киловатт сгорает.
Но это в боксе отапливается все время, и все время тепло, снег на машинах тает, лужи высыхают, на улице сейчас дождь, снег. Сейчас покажу, какая погода на улице. Что-то около нуля плюс одного. Оба. Вот такая погода на улице. Там дождь, снег закончился, но посыпало. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.